Пусть яркий Твой свет сегодня да сияет в этом месте. И пусть всякая тьма уходит. Пусть Твой яркий свет сегодня сияет в жизни каждого человека, находящегося в этом месте. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. While you're in silence, please, don't stop. Аллилуйя, Отец, во имя Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса, прикоснись, говори, говори, научай, наставляй, исправляй, очисти, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Alegre estoy, todo temor, tú lo limpiarás, Señor. Thank you, Jesus. En tu presencia, mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia, tiembla el cielo al ver tu grandeza. Поклонись Ему, говори Ему от сердца Твоего, говори Ему, что наполняет Тебя, говори, о чем Ты сегодня волнуешься, поделись с Ним Твоими переживаниями, говори Ему, что наполняет Тебя, говори с Ним в этом месте, общайся с Ним, говори Ему о Твоей любви. Говори Ему о Твоей любви. Говори Ему, о каком значении у Него есть для Тебя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Спасибо тебе.
Аллилуйя. Господь говорит некоторым из нас в этом месте. Right now, Lord says to some of us in this place. Я вижу картину перед своими глазами. And I see this picture in front of me. Это как большой сосуд. It's like a big vessel. Это как большой живой организм. It's like a big living body. Но вместе с тем у него есть много дырок. But still it has a lot of wounds, a lot of holes inside. И что не позволяет этому сосуду наполняться? And that's why this vessel cannot be filled up. Это то, что не позволяет этому сосуду быть наполненным. And this one, what makes vessel be empty, be not filled up, be half filled up. And right now Jesus said to you, Дух Божий говорит тебе сегодня. Spirit of God says to you today. Ты должен расстаться с теми, что лишают тебе жизни. You should say goodbye to things that takes life out of you. Ты должен расстаться с теми вещами, которые сосут, которые берут, которые собирают у тебя жизнь. You should say goodbye to things that just suck, that just take all life out of you. Ты должен расстаться с этими кровопийцами. You should say to this, you say goodbye to these things that just leave you without life, just destroy you. Подумай об этом. Think about it. Подумай об этом. Think about it. Это вредные привычки. This can be bad habits. Это тайные грехи. This can be secret sins. Это неисповеданный грех. This can be unconfessed sin. Ты знаешь, о чем я говорю сегодня? You know what I'm talking about right now. То, что лишает тебе жизнь. Thing that то, что не позволяет тебе быть наполненным Богом. That cannot permit God fill you up. Беспорядок в твоей жизни. Is disorder in your life. Слова неверия. Слова страха. Слова осуждения. Слова осуждения. Words of condemnation. Words of judgment. Words of devil. Bad words. Bad language. Непрощение. Unforgiveness. Это то, что лишает тебе жизни. This what just destroy life. This what makes you be without life. Страхи. This can be fears. Доверяй сегодня Богу. Just доверяй trust ему. Yourself to God. Trust to God. Доверяй Духу Святому. Доверяй ему. Trust him. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус.
Thank you, Jesus. Спасибо тебе. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Величаем тебя. We praise you. Нет подобного тебе. There is no one like you. Нет подобного тебе. There is no one like you. Нет подобного тебе. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, Дух Святой. Дух Святой, продолжай твой разговор с каждым из нас. 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 Мы так нуждаемся в Тебе. Это собрание не имеет никакого смысла. This gathering has no sense, has no significance. This gathering has no sense if you are not here, Jesus. Потому, Господь, мы просим Тебя. That's why we ask you. Продолжай говорить. Keep on saying. Продолжай твое дело. Keep on speaking. Продолжай твое дело. Just continue your work. Мы не здесь ради людей. We are here not because of people. Мы не здесь ради человека. We are here not because of man. Говори с нами. But talk with us. Продолжай говорить с нами. Keep on talking to us. Я прошу, Господь, сегодня коснись каждого человека. And I ask Jesus, пусть ни один не останется безразличным. Пусть ни один не останется безразличным. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Ты можешь приветствовать твоего соседа, пожалуйста. You can greet your neighbor. Ты можешь приветствовать твоего соседа. You can greet your neighbor who is next to you. Если ты не знаешь, как зовут твоего соседа, пожалуйста, обязательно расспроси, как зовут твоего соседа. Just came to know what is her name, his name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Are we happy to be in God's presence this morning? Amen. So this Amen. Is a new month that the Lord has made. And if you have any testimony, please это can you come forth and share it with the brethren. У кого из нас есть свидетельство с прошлого месяца, может, кто-то еще не рассказал, Amen. Кто-то не поделился, нам можем выходить наперед. Just two people to testify. Вот. Есть время для двух свидетельств. Praise the Lord. Слава Богу. Praise the Lord. Слава Богу, аллилуйя. I think my testimony should be visible to anyone who is attentive enough. Я думаю, что мое свидетельство будет знакомо тем людям, которые внимательны, когда я говорю мои свидетельства. Who knows what my testimony is about this morning? Кто слышал мое свидетельство вот на протяжении этого месяца? I think Pastor's wife knows. Anyway, because of time, my testimony is this: I'm standing right here before you without my glasses on. Вот я сейчас стою перед вами без моих очков. And that's not been an easy journey. На самом деле это было нелегкий такой путь. Because you know, there's a long story. Потому что вообще это длинная история. I'll make it short, as short as possible, because и вот я сделаю настолько вот, сколько смогу, сделаю короткой. My parents first knew that I had an eye problem when I was 5 years old. Вы знаете, моя проблема. 5 years old. That was when they noticed that I had an eye problem. Значит, когда мне было 5 лет, у меня заметили эту проблему, то есть да, эту вот немощь. So they took me to an eye clinic where they did all the tests that was available to them then. Да, меня отвели в эту вот клинику, да, и там сделали все эти анализы, да, все вот эти вот тесты, да. I was brought up in a village-like area where there is no much hospital equipment, so they did what they could and the only diagnosed with short-sightedness. И когда вот я вообще вырос в небольшом городе, вот, и там не было настолько вот, ну да, все продвинутая медицина, да, там современные технологии и все остальное, поэтому, ну, мне просто, то есть диагностировали, как это называется, коротко... Миопия. Просто миопия, да. Близорукость, вот, да. So, что так short на английском, я просто перевожу. So, because of that,
just gave me glasses to wear, and that was it. Да, и просто мне, ну, то есть дали очки, да, я начал ходить вот так все. So at that time, my parents didn't believe that there was going to be a day where they will correct the problem, because according to the belief, then the level of my eye problem was such that it cannot be corrected. Ага. И мне говорили, что у меня настолько вот все уже плохо, что меня не смогут вылечить. То есть у меня настолько вот, ну, такая плохая вот болезнь, что она не сможет быть вылечена. So because of that, I lived my life as if, well, as far as my eyes were concerned, I'm going to wear glasses for life. So I just lived my life like that. I just accepted it and lived with it. Mm-hmm. И я, вы знаете, согласился с этим вот, с этим высказыванием, да, или с этим вот диагнозом, и что я буду ходить всю жизнь теперь в очках до конца моих дней. Вот, so that was how I lived till when I came to Ukraine. И вот так я жил, пока я не приехал в Украину. And then in my fourth year we're doing ophthalmology class. И когда мы в четвертом курсе делали, вот, точнее, у нас был эти занятия по офтальмологии. So they were saying treatments for short-sightedness of different levels. You know, we're discussing about it, and they were saying, yeah, there is something like LASIK. That was the first time I heard about LASIK. There was something like LASIK for so-and-so eye level. But then, unfortunately, I could not do LASIK because my eyesight was too bad for that. Ага. И, значит, мы проходили вот эти вот уроки, да, по офтальмологии, там, близорукость, все, типа, можно ее там вылечить лазерными какими-то там, да, способами, вот, но уже это все было поздно, вот, излечать вот, вот таким способом. So, then we continued treating the topic. Then they said there's another one, but it's the most expensive kind of surgery, but then it's suitable for me. Ага. И другая была тоже типа вид хирургии такой, но он был намного дороже, но подходил для меня. So after the lesson and after we finished the ophthalmology cycle, I called my dad one day and told him about it. That was in 2014, and I was telling him, look, I want to have this surgery. И я вот в 2014 году это было, я позвонил моему отцу и сказал, что папа, я хочу вот пройти через эту хирургию, вот, ну. But when I told him the cost of the surgery, he told me that, well, I'll have to wait until I start working. Mm-hmm. И потом, когда я ему назвал эту цену, сколько будет стоить эта стоимость, да, сколько будет стоить эта операция, то он сказал, что я должен подождать, пока не начну работать. So that was how I just, you know, because of that, there was no money then. So I just forgot about it. Mm-hmm. And then until 60, around March. Да, и я потом забыл просто про эту, ну, про эту вот вещь, и потом забыл про операцию вообще, вот, и, ну, то, что денег не было на то время, вот, и вот до марта этого года, то есть, да, до шестого курса. So, but then God has blessed me financially enough for me to even take this step of starting the process. Да, и потом Бог мне благословил в марте вот этого года, благословил меня финансово, что я начал уже процесс, начал эти обследования, вот, yeah, подготовку к операции. But when I went to the clinic, they did like full diagnosis and everything, and they diagnosed me with five eye problems. Mm-hmm. И когда я прибыл вот в больницу, меня то есть, да, проанализировали все, что у меня есть, было с глазами, да, и меня то есть продиагностировали там где-то около пяти глазных болезней. The first one, of course, was short-sightedness. Там была близорукость. Yeah, that's a severe type, and then there was astigmatism. Астигматизм, то есть, да, ну, близорукость вот вообще такого вот последнего вот этапа, да. And там астигматизм. There was amblyopia. Amblyopia. Lazy eye. And then there was chorioretinal dystrophy. И еще была дистрофия там чего-то. Yeah. Роговица, да. And then there was macular dystrophy. И еще чего-то дистрофия. So these five. Ну что, я просто, понимаете, я не биолог, я вот не медик, so поэтому я не шарю. These were the five diagnoses. Вот, ну, пять диагнозов. And all of them were very serious. Вот и серьезные. And my doctor was even telling me that I really need to start correcting, otherwise I'll suffer from retinal detachment. Retinal detachment. That is when your retina like tears out from your eye. Отслоение было еще, да. And then you'll not be able to see anymore. Могло произойти отслоение.
Вот. So, with that, I said, okay, no problem. And then they started saying, okay, this is what we're going to do. We're going to do this laser surgery. And after that, this laser surgery. And after that, you have to do this particular one. And then when they, you know, surgery upon surgery upon surgery. And then on top of that, you know, every surgery has its own costs. И потом мне сказали пройти и эту операцию, и эту хирургию, да, там. И, ну, понятное дело, один за одним, и все же стоит денег. So, I said, okay, no problem. So I went home, I told my dad everything, and of course they couldn't help me, and I knew they couldn't help me, so I said, fine, I'll have to start looking for this money myself. И я потом созвонил с родными и сказал, что вот, ну, так, все вот получается. И вот, и они сказали, что у них нет денег, и я понял, что я должен сам уже, скажем, доставать деньги. Yeah, so I started an online fundraiser, I just started it, and I share it on my Facebook wall. Я начал вот собирать деньги онлайн, то есть, да, когда вот, ну, вы вот выслушаете проблему, там, да, благодарственный такой фонд какой-то там, и просто деньги туда скидывают люди, so, да, кто хочет, plan, кто добрый. Вот. Yeah. И вот в итоге... My plan was to, like, advertise it on Facebook. В итоге это была как, ну, такая реклама на Фейсбуке, чтобы, да, люди, кто хочет помочь, кто может помочь, да, но мог делиться, там мог... God had other plans. Вот, и потом, но у Бога был другой план. So when I shared it to my, когда я поделился этим на моей страничке Facebook, my friends saw it. Like my friends from мои друзья, back in the high school and вот, those I grew up with, they saw те, it которые, and all of да, a sudden, те, которые уже хирурги, те, которые я знаю из Нигерии, they started sharing it они by начали themselves, делиться, начали, and I started тоже, getting calls from ну, people that I didn't even посылать. Know. I started getting calls from people that I didn't even know. Знаете, я начал принимать звонки от тех людей, которых я даже не знал. And they started organizing like WhatsApp groups amongst themselves начали to raise money for me. Начали организовывать WhatsApp группы, начали переписываться там по поводу этого. So, at the end, they gathered a lot of money. В итоге собрали очень много денег. And then sent it to me. Послали мне. But unfortunately, because of the currency difference between dollar and Nigerian naira, the amount wasn't enough. It was just enough for operation in one eye. Но, к сожалению, из-за того, что неравные, скажем, да, вот валюты, к сожалению, вот, ну, нигерийский, значит, найра и доллар США, вот, и поэтому они прислали только, ну, денег хватало только на один глаз. Вот, but all the same, God provided, because then I had a website that was already doing very well, so I added the money from that, and from the money I got from other, you know, my friends and family, it was enough for me to arrange for his surgery and get everything done. Mm-hmm. И потом еще собирали мы деньги, все родные, то есть, да, съезжались, все прислали, там еще кто-то прислал, и в итоге, ну, хватило денег. And the first surgery I had was, there was a complication in the left eye. I think they didn't insert the lens very well, and because of that, they had to operate on me twice on that same day. So I ended up with a very swollen eye, and I wasn't able to see for, like, let's say, a week or two, and it was, no, very bad. Mm-hmm. И когда, то есть, была первая операция на левом глазу, то есть там, когда они, то есть, что там, вставляли линзу или что-то такое, вот, в итоге они что-то неправильно сделали, и в этот же день они повторяли опять эту операцию, что у меня просто распух глаз, и я на протяжении двух недель не мог ничего видеть. So the second round, the second time we were having the surgery, I was telling God, when I was on the operating table, I was telling God, look, bless these hands. Let them not make this mistake again. Да, когда второй раз тоже, ну, уже другой раз делали операцию, то я сказал, Боже, благословите руки, чтобы ничего опять, ну, не повторилось and, такого. And to God be the glory. The second time there was no Слава problems. Богу, что второй раз не and было I was проблем. Able to see from that very immediately after the surgery. Да, и после, сразу после хирургии. So right now there's still work to be done, but it's not over yet. But the major hurdle has been crossed, and I thank God that. Я благодарю то, что вот большое, ну, все главное, то, что было, да, оно уже позади. Слава Богу за это. Аллилуйя. God perfects His healing in your life, Osai. Praise God. Пусть Бог да совершит. Okay, so right now we're going to call on October babies. Сейчас мы хотим, you know you are born давайте пригласим сюда всех, кто был рожден в октябре. Can you step gallantly walk всех, кто рожден в октябре, and show what God has done in your life.
Да. Hallelujah. Hallelujah. Please let's sing the happy birthday song for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hallelujah. Amen. Amen. Давайте помолимся за этих драгоценных людей, за служителей Божьих, за воинов и дочерей, и сыновей вот, Божьих. Аллилуйя. Давайте поднимемся, церковь, кто еще не поднялся. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за этих людей, Господь, благодарим Тебя за служителей этих, Господь. Тех, которые несут Твое Слово, тех, которые служат в Доме Твоем, Господь, в имя Иисуса Христа. Я благословляю, Боже, их руки Божии, благословляю их дела, которые они делают, Боже, в имя Иисуса Христа. Благословляю, Боже, их семьи, благословляю их учебу, работу, в имя Иисуса Христа, Боже, благословляю, Боже, бизнес, Господь, который Ты заложил в них, Боже, это потенциал, Господь, в служении, потенциал, Господь, чтобы они полностью раскрылись, полностью, Боже, исполнили Твою волю, которую Ты заложил в них, Господь, в имя Иисуса Христа, чтобы через них, Боже, многие люди исцелялись, многие люди приходили к Тебе, многие люди спасались, начинали новую жизнь, Господь, в имя Иисуса Христа, и стояли в Тебе, и не были поколеблены ничем, Боже, никакими ветрами этого мира, во имя Иисуса Христа, Боже, слава Тебе, Господь, пусть этот огонь, который в них горит, Господь, и разрушает всякие оковы дьявола, Господь, несет свет, несет восстановление, несет любовь и мир Твой, Господь, хвала Тебе, Иисус. Аминь. So now I'm going to give you the mic and please you tell us your birthday. Please you be loud and fast. Вам принесу микрофон и скажите дату, да, когда у вас день рождения. Пожалуйста, Наталья, да, вам микрофон. Микрофон рядом. Да. Дату и имя. 7-го. Имя Наталья, да. Okay. 7th and Светлана 5-я. 5th. 18-го. 18th. 12-е. 12th. 7-е. 7th. 8-е, Сергей. 8th. 25th. 25-го. 7-е, Катя. 7th. 9th. 9-го. Amen. Praise the Lord. Please come and greet them and celebrate them together. Выйдем, да, и обнимем их. Hallelujah. Вот, и поздравим их с этим прекрасным месяцем, когда у них день рождения. Аллилуйя. Да, наперед поздравим. Вот. Благословим. Аминь. Аминь. Слава Богу. God is faithful. Бог верный. Аллилуйя. Happy birthday. Okay. Now we can take our seat. I can see so much love. Да, сколько же людей вообще? So much love spreading around. Да, очень много радости, много поздравлений. Аллилуйя. We can now take our seats. Можем уже возвращаться на наши места. Давайте, да, возвратимся Amen. На наши места. Аллилуйя. Да, давайте, давайте, дальше уже продвигаемся. Еще служение впереди, поэтому еще сможете. Аллилуйя. Hallelujah. Please, Hallelujah. Let's put our hands together for God. Let's Господа, put our hands Hallelujah. Together for Jesus. Господа, Jesus. Amen. Amen. Okay, so while we settle down. Да, присаживаемся, успокаиваемся. I want us to welcome the drama ministry. Давайте пригласим на сцену Even театральное as they come служение. To minister to us this morning. Amen. Служение и вот узнаем смысл. Которые хотят донести они через сценку. Слава Богу. Praise God. Слава Богу. Praise the living Jesus. Слава живому Иисусу. Are you happy to be the praise of the Lord? Кто рад находиться в Доме Божьем? Put your hands together for Jesus. Давайте прославим Иисуса. Amen. Amen. So today we have a little, like, short drama for you guys. And хотел бы вот представить вам короткую сценку. I want you to be attentive, watch carefully. Вот, поэтому смотрите внимательно. Because God is going to do something in your life through this drama. Да, потому что Бог может делать великие дела через эту сценку в вашей жизни. May God bless us as we watch in Jesus' name. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Oh my God. More calls. Yes, hello. Yes, I'm here. Just calm down. Everything will be fine. Everything will be fine. Just calm down. I'll be there. It's okay. Oh my God. God, I am so tired. Another call. Yes, hello. Mommy. Good afternoon. How are you feeling? How are you? You're in the hospital. Oh my God. Since when? What did the doctor say? Oh my God. Jesus. God. Oh God. Father, I don't know what. I am so tired. God. Father, please help me. I don't know what's going on. Oh my God. Yes. Please calm down. Calm down. I am coming. I'll be there. Hi. Sorry. Sit here. I'm not fine at all. I'm very weak. Have you taken any drugs? No. Oh my God. Let's pray. Thank you so much, Lord Jesus, for your daughter. Steph, please, I need your help. Please, can I just talk to you for a minute? Steph, please, just a minute, please. Sorry. Yes, what is it? Steph, I'm very, very hungry. See? I don't have money. I don't have money for tomorrow. See, my parents haven't sent money like for 5 months right now. 5 months? 5 months, I'm telling you. I don't even know what to do and I'm hungry right now. I don't have what to eat. Why didn't you tell me these things? Everything will be okay. Don't worry. I'm praying for you. Let me give you what I have. I'll give you something later. Okay, everything will be fine. Don't worry. Thank you. Wow, God. So many people. Lord, I don't know what to do. Please, let's pray. Thank you so much, Lord Jesus, for your daughter. Father, we pray, Lord, for your healing over her. Thank you. Rachel, please. I need to speak with you now. Please. Excuse me. Please. Yes. Send her to the surgeon. Okay, just calm down. I'm about to be expelled from the university because I can't pay my fees. Have you called your parents? Yeah, I told them, but there's nothing they can do for me right now. Please help me. Oh my God. Help me. Wow. I don't know. You can even call the pastor. Yeah, he knows a lot of people. He can help me. He can do something for me, please. Oh. You can pray for me, I'll be you praying for you. Just calm down. I'll call the pastor. I'll see if we can contribute something for you. It's okay. Please. It's okay. God bless you. Okay. Thank you. Wow. God. This thing is becoming so much. I don't know. Let's pray. Thank you, Jesus, for your daughter, Ruth. Father, I pray for your healing power over her in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for supplying all her needs. Thank you, Father, because we know she's healed in Jesus' name. Okay? I think we should go and see the doctor tomorrow. Go to the hospital tomorrow together. Okay? Sorry. Let me see you off. Oh my God, again. Who is this again? Hello? What is it? It's okay. Oh my God. Jesus, God, I am so tired. I don't know what to do. I have so many problems. And my mother is in the hospital. God. Jesus, Father, just help me. I can't continue like this. Everything is just...
so burdensome. So many problems, so many people. Lord, I need a helper. I need a helper. Rachel. Don't tell me you have another problem. No, I was led by this Holy Spirit to come and help you. Are you serious? Yes. Wow. Oh my God. I can't believe this. God answers prayers. Yeah. Wow. As in, there are so many issues. You know, Jacob has not received money for the past 5 months. They want to send Benjamin away from, they want to expel him from the university. And my mom is in the hospital. Calm down. I need to speak with you. Calm down. Please, Rachel, Rachel, please move away. Rachel, it's okay. Rachel, did you talk with someone? Please. Yes. Rachel, Rachel. Hey. Rachel, Rachel, please, you know, we need your help. Okay, please. I have a helper now, okay? And if you have any issues, you can meet her. She's also, so please, just at talk with him. Okay. Yeah, I was able to talk with the pastor. Everything will be fine, okay? Yeah. We're able to give just, you some just money. Just calm down, just don't worry. Calm down, okay? Wow. Miriam, God bless you. I don't even know. Ever since you came into my life, so many things have changed. Like, I'm so grateful to God for you. You're an answer to prayers. Thank you, God. And you are the true definition of a helper. I thank God. Thank you so much. I love you. Love you too. Hallelujah. May the Lord bless you, Drama Ministry, and sustain you and keep on giving you wisdom on what to do. Hallelujah. Who was blessed by the ministration? Help us! Помощники. Please! Пожалуйста. Help your leaders. Помогайте вашим лидерам. Amen. Okay, we're going to call on the children and we'll call Хорошо, on Mama Lisa to pray for them. Сейчас пригласим Amen. Наших детей вот, и просим... попросим пастора Лезу помолиться за них. Приглашаем, приглашаем. Можно нам свет включить? Свет, да? Здесь? А где наши детки еще? О. Кто еще сам не бежит, его несут, это правильно? Это правильно, это правильно. Вот они, вот они. Вот они, чудесные, красивые, славные. Вы знаете, тоже я хотела снова прочитать несколько стихов. В ободрение нам, родителям, to read, которые родители, будущие родители. Some verses of Bible for parents. Это второе послание Тимофею. У нас есть сегодня Тимофей, first, нет, не пришел? Ага, второе послание Тимофею. Second Timothy, sorry. Вот что Павел говорит. Благодарю Бога, says, которому служу от прародителей, с чистой совестью, которому служу от прародителей. Вам о чем-то это говорит? Кто хотел бы так сказать, что мои внуки и мои правнуки, они будут служить Богу? Мои дети, да? Мои внуки, мои правнуки. Кто хочет так сказать? Сказать и увидите это. Подавите руку. Grandparents кто хочет, да? Представьте, какое-то счастье, right да? Когда ваши внуки, that ваши правнуки, ваши дети, они скажут, благодарю Бога, которому служат прародители мои. Да, like аминь. That, right? Это Amen. Здорово. That's и мы будем молиться thing. Об этом, чтобы наши дети служили pray, Господу. So и тоже вот этот стих, когда Павел говорит, смотрите, он, конечно же, трудился, о том, чтобы увидеть это so, Тимофея. Course, он говорит, я непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. Это наш труд, родителей труд. Физический труд, духовный труд, кто служит, да? Непрестанно вспоминаю тебя в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радостью. То есть это вот так вот. Это переживание, это служение. You know, is, это не только boring, кормить Not only, духовный труд. Not only feeding, but also и вот он говорит, приводя на память нелицемерную веру children. Твою. Нелицемерная вера. Я бы хотела, чтобы мы размышляли об этом. You know, что это такое? Которая обитала в бабке твоей Лаиде, матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе.
Что-то without он hypocrisy. Видел, что-то он принял. What is faith without hypocrisy? Тимофей что-то принял от родителей. Timothy received передаем something ли мы сегодня своим детям? Что мы сегодня им передаем? Чтобы what я we, хочу, чтобы мы об этом размышляли. И молились, what we transfer чтобы нам to our передавать children, нелицемерную веру. Children. Быть примером. Or to our spiritual children. What we transfer? We transfer this faith without hypocrisy. И, конечно же, церковь помнит, как наших друзей зовут. Of course, let's call, let's Богдан, what's names of our давайте говорим, our friends, Богдан, приветствуем Богдана. Михея приветствуем. Раду приветствуем. Кто это у нас в шапочке розовой? Алина приветствуем, Маширкой. Яна приветствуем. Павла. Даниила. Егора, Егор улыбается. И кого? И Лялю. Как зовут? Амиру, конечно, мы скоро запомним. Амира. Амира. И благословляем. Мы благодарим, Господь, Тебя за защиту Твою. Мы знаем, каждый из нас, как родители, мы знаем, что Ты хранил. Мы видели эти свидетельства, когда Ты хранил, когда Ты исцелял. И Ты делаешь это, и хранишь, исцеляешь, и будешь, Господи, сохранять наших детей, исцеляя их. Мы славим Тебя, мы благодарим Тебя. Это наше переживание, Господи, физическое. Но больше мы переживаем о духовном, их целостности, Господь, их отношениях личных. С детства, чтобы они знали Тебя как Бога своего, как Спасителя, как Искупителя, как друга. Как того, кто обеспечивает, того, кто прощает, кто любит, кто ведет, кто благословляет, чтобы они были чудесными друзьями. Мы молимся об этом, success, чтобы дети вокруг, be, они видели в них, Господь, что-то особенное, любовь, дружбу, people, честность, мудрость во имя Иисуса. Аминь. Благословляем учителей также. Аминь. Bless also teachers that will teach them today, that will give the class. Amen. Благословляем наших детей. Молись, приветствую твоего соседа снова. You greet your neighbor once again. Кто справа, кто слева от тебя. Sitting next to you. Аллилуйя. Если не знаешь, как зовут твоего соседа, можешь расспрашивать. If you don't know yet name of your neighbor, you can ask what's your name. Спроси их впереди и сзади. Ask people around, in front of you. At the back of you, left, right, side of you. Слава Господу. Praise God. Меня не было прошлое воскресенье. I wasn't around the last Sunday. Но я посмотрел запись. But I saw this video. И я хотел начинать с этого вопроса, и вы поймете почему. You know, I wanted to service on 11 a.m. So there was one question, so I wanted to start with this question. Я говорю об для русскоговорящих, да? О чем была проповедь прошлого воскресенья? Выйти из укрытия, да? Или с осады, да? 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 Mm-hmm. Хорошо. А второй вопрос. И кто сегодня первый раз на служении? Okay, I have a question. Who is the first time on this service? Спасибо за включенные телефоны. Just at all, first time in this church. Please, for second, for which of telephones, please, which of telephones. Кто первый раз сегодня? Who is the first time here? Есть люди, которые сегодня первый раз сегодня в церкви. In this church. Who is the first time? Nobody. Никого? Я вас вижу первый раз. Здесь первый раз? I see you first time here. И первый раз? I first time here. Юлия. О, слава Богу. Давайте приветствуем Юлию. Вы поймете, почему я задал этот второй вопрос. You understand why I said this second question. Просто в конце because at the end, прошлого воскресного служения from last Sunday, пастор задал вопрос. Pastor said this question. Pastor asked the question. Who is new here? Да, был такой вопрос. There was a question, right? At 11 a.m. service. Вы знаете, я вам скажу честно. And I want to say to you honestly. Мне стало очень больно. It was painful a bit. Но сегодня уже радостно, потому что с нами есть человек новый. I feel very good because we have new person here.
Брати і сестри, brothers and sisters, я хочу напомнити тебе. I want to remind you. І многі люди не приходять в церкву. A lot of people don't come to church. Потому що їх ніхто не приглашає. Because nobody invite them. Помни об этом. Remember about it. І второе. And second thing. Що як віруючі. That as believers. Ми рождаємо собі подобних. We give birth to those. Спасенні призвані передати спасіння другому. Like we are. So, спасенні призвані спасати. Mm-hmm. The ones who were saved, they are called to save. Давайте скажемо вместе: спасенні призвані спасати. Let's say it again. The ones who were saved, they are called to be to save people, to Скажи save other people. Скажи твоєму сусіду, ти призваний спасати. Say to your neighbor, you are called to save. Призваний спасати. You are called to save. Не лінись. You are called to save. Don't be lazy. Don't be lazy. Ти призваний спасати. You are called to save. Алілуя. Ісус Господь. Алілуя, Jesus Lord. І сьогодні я хочу поділитися з вами одним словом, яке Господь положив на серце. And you know, I want today to share with you one word that God put on my heart. Но перед тим, як я продовжу свою тему, but before I will continue my topic, я хочу поздравити особливим образом народ Нігерії сьогодні з Днем Независимости. I want to, yeah. Yeah, I want to celebrate with you people of Nigeria, Nigeria your up. Day of independence. Nigeria, Nigeria up. Hallelujah. Nigeria up. Praise the Lord. Amen. And my prayer today for the nation of Nigeria is that the Lord keep your nation and send a special time of revival in all Nigerian land in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I came to know. Я узнал. That now Nigeria have the highest BBP. PBI. 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 Еще не знаю. Brutal product intern. GDP. Yes, have the highest GDP in all Africa. Я узнал, что вот Нигерия имеет самый высокий уровень ВВП во всей Африке. Wow. Аминь. Кто-то говорит вера, кто-то просто знает, это правда. Это правда. Hallelujah. And I believe in the future of Nigeria. Я верю в будущее Нигерии. Praise the Lord. Слава Богу. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Бог God благ. Is good. Бог My prayer благ. Is моя молитва тоже. That these kind of things as happened in 1967 not repeat more. И моя молитва, чтобы то, что произошло в 67 году, не повторилось больше. When more of 1 million people died in Biafra. Когда больше миллиона людей умерли из-за территории Биафры. А, да, в территории Биафры. That this must be in the past and not this thing must not must be repeated again. Чтобы это было только в прошлом. Аминь. In Jesus